Пожар в здании Пермской художественной галереи произошел 25 ноября в 5 часу вечера. В ходе строительных работ от искры от болгарки загорелись деревянные конструкции купола. К приезду пожарных расчетов из-под крыши здания уже полыхало открытое пламя. Сложность пожара была в том, что произошел на высоко, на высоте. Вот в этом сложность пожара. Разборка конструкции на высоте и площадь. Нахождение там 6 квадратных метров. Мы поднялись на эту отметку с альпинистским снаряжением, навязывали страховку, так называемые перила, для того, чтобы сами помогали пожарным тушить возгорание, потому что и все для того, чтобы никто не соскользнул и с 36 метров не упал, не получил травму. В непосредственной близости от очага возгорания из-за ограниченности пространства могли находиться лишь несколько человек. Полностью пожар в Пермской галерее был ликвидирован спустя 12 часов после начала. Занимались работами поочередно, когда была организована, то есть и спасатели городской службы спасения этими же стволами, если они видели возгорание, что развивается с их стороны, то есть брали ствол и тоже тушили. То есть все были заняты делом. Работа выполнялась с учетом сохранности как самого здания купола, так и экспонатов, которые находятся внутри. Это мнение губернатора о том, что сработали на отлично, сработали очень качественно, не допустили разрушений самого здания и выполнили задачу как положено. Спасатели и сотрудники пожарной охраны, наиболее проявившие себя при тушении возгорания, были отмечены благодарственными письмами от губернатора Пермского края. Формулировка «За мужество и профессионализм при тушении пожара в особо сложных условиях». Антон Шибанов, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.